Здравствуйте, следующий день. Сейчас едем копать тот кабель, который вчера дорогу пробовал. Она копалась. Сегодня якобы строитель мне сказал, будет минус 2, но сейчас не минус 2. Там, где я еду копать, минус 12. А мне надо перекапывать дорогу. Вчера она копалась. Не знаю, будет она копаться сегодня или нет. Я ему вчера предлагал, давай перекопаем. Он сказал, нет, типа на ночь не надо оставлять. Ну, короче, такая фигня. А так можно было перекопать вчера, поставить там камни, положить, и никто туда не поехал. Тем более там столб стоит с фонарем, и он светит. Ничего, никто бы туда не упал. Ну, ладно. Трактор стоит в боксе. Оттаял вчера. Все хорошо. Вот как бы. Единственное, что я его не шприценул. Ждал сегодня вот пока звонка, что песок привезут. Сейчас, наверное, пока греется, продавлю немножко заднюю установку. Потому что она как бы, ну, копал я, но не шприцевал. Копал мало, но надо продавить как бы. Все оттаяло, хорошо, все отлично. Приварил кусок рессоры сюда, где оторвал у меня. Вот рессору вот так вот стачивает буквально за 2 дня. Все хорошо, вода все стекла в яму. В яме колодец, и все туда уходит у меня. Углы здесь сделаны, стекает все, все заебись. Немножко все в песке, блядь. Так, солярку я залил. Летнюю, зимнюю скачал. Колеса накачаны. Все, ковш отогрелся. Все замечательно. Все замечательно, все замечательно. Так, надо прошприцеваться и, в принципе, выдвигаться. Ну все, подъезжаю. Еще такая вот проблема, парни. Сергей Беспалов, я смотрю канал. Он там на МТЗ работает, чинит его. И вот его уже нету 2 недели на связи. То есть он сделал вакцинацию, и ему хуже стало, нога стала отниматься, что-то там такое, позвоночники стреляло. Последний раз у него видео было крайний раз, это где-то недельной давности. Я написал, куда пропал, он не отвечает. Звоню сейчас ему на телефон, телефон выключен. Ёлки-палки, что такое-то? Неужели какая-то беда приключилась? Потому что он говорил, что сделал эту вакцину, и прям херово ему стало. А сейчас звоню, труба отключена. Ну, на которой он был на связи, на WhatsApp. Звоню на этот же номер, на... просто на телефон. Телефон выключен. Не знаю, что случилось. Вообще беда какая-то с этой фигней. Блять, делать ее — это вообще опасная тема, я так понимаю. Ну, не на примере его, вот, да, а тоже других людей слышал. Тоже сделали и в ящик сыграли. Четвертый в гору идет. Не скажу, что прям летит пулей, но и нормально. Выгребает. Сейчас поеду туда, на самый верх. Туда. Сейчас я подъезжаю к своему, ну, где у меня участки. А здесь вот петушары камеру мобильную ставят. Видите, вот она. На скорость работает. Разгоняет при подъемом. Я даже хрен знает, какая здесь скорость, не знаю. Териберка 120. Вот туда всех туристов возят, на Териберку.
бизнес сейчас такой здесь, туристический, развит у нас, ну, там еще есть деревня саамов, типа там хаски, ну, всякая такая вот ерунда. Ну, Питер, Москва хорошо едут. Раньше Китай был, тоже вообще было зачетно. Сейчас китайцев нету, как бы немножко хуже, конечно, все. Ну вот, блядь, написано же, кирпич не ставить. Нет, блядь, он взял, поставил. Ну не петушара, а, блядь, вот скажи ты мне, нахуй ты мне поставил, блядь, туда, а? Знак кирпич. Нет, он, блядь, туда под этот знак проезжает. Ну, все, на четвертый идет. Ой, на третий сейчас. У нас летит в гору. Сейчас сюда налево сворачиваем СМП свой дом. И будем там траншею копать под кабель. Попробуем этот камень достать. Где этот камень? Какой камень? Я не понять не могу. Какой маленький камень? Денег. Там никому не нужны. Вы вот эти камни, пацаны, кому надо камни, приезжайте за камнями. Блять, меня что-то качает от супу. Куда я бы дал? Болотина провалилась, это правая лапа. Открою.
верит. Доллар, блядь, 74. Я брал, когда улетал. По 70. Одному 90, что ли? Взял мало, думаю, блядь, хватит. Если я туда все положу, чем я буду засыпать? Если туда ложить нельзя, засыпать нечего будет. Вчера дорога еще копалась, я говорил, что надо копать вчера. Сегодня уже она не хочет копать. Сегодня она не хочет уже копаться. Предупреждал же, блядь, вчера, давайте выкопаем, блядь, давайте выкопаем. Вы что, блядь, стали копать? Вообще, что, блядь? Где сейчас ее отламывать? Ломать надо. Говорим же, елки-палки, давайте копать. Не, сегодня минус 2 будет, ёпта. Тебе и минус 2. За луку на воротник она уже не копает. Трава какая-то.
вроде бы берет. Пока что. Вопрос, как он дорогу может брать. Еще бы брал, потому что она была молодой. Буквально один день, я помню, тоже вот копал вечером, все копается. Ваш проходит, вот буквально утро наступило, и все, и он уже не копает. То есть грунт промерз, блядь, 10-15 сантиметров, и все. Ни хрена не может осилить его. Вот что я делаю, не хочет и все. Мои пласты какие поднимают. Земли отрывает. Самое лучшее, самое приятное, что есть, было и будет в вашей жизни. Какие прекрасные теплые воспоминания, зима не будет холодной. Это Джо Бокер на Радио Это не камни такие, это пласт такой. Сейчас самое интересное, подходим к дороге. Как-то хрен с ним еще. Вот вопрос, как он дорогу выбирает. Это вопрос. На лапах трактор шатается, да и штуки надо подрегулировать. Но у нас бедный, как вандовожка двигается. Если сильно отжимаешься, когда колеса висят, надо регулировать. Обе лапы разрегулировались. Она промерзшая, видите, что все. Это все промерзшее, это не сами, да. Вода такая. Я, короче, еще 16 кубов заказал песка. Я эту хуйню всю он по краям раскидывать подальше. Все чистоганом засыпем. Я понял. Блин, катает, конечно, на утриговых пипец как. Первым возьмет дорогу, это нереально. Это не
злая тема. Дорогу прокопать. Это бред вообще. Его не взять. Нахуй. Чушь полная. Как-то по идее он должен брать с этой стороны, здесь вода, но почему-то ни хера он не берет. Не знаю почему, но почему он должен снимать это. Что ему надо, блядь? Поднимай страшно, и все. Промерзло где-то 15 сантиметров. Вода вот есть. Блин, там по идее плюс. Но почему-то не справляется. И лозит, и все. Там где-то поднимает, конечно, там. Дорогу не может взять. Дорога, она же всегда промерзшая. Ее, блин, вообще тяжело всегда там подняться. Даже летом, то, что зимой, там камень начинает поднимать. Вчера просто тупо выкопать молча и все. Положить из сторон эти. Так его. Камни. Никто бы сюда не упал бы, ничего не случилось. Здесь снега бы насыпать. Говорил им, давай сделаем. Не, блядь, нахуй не надо. Сейчас молоток привезут. Электрический. Все получится, молодцом. Молотком должно прокатить. Конечно же. Молотка это нереально вообще. Еще в лапу. Петло не попало, вот камень ее.
Можно порвать просто нахрен. Вот и все. От поворота. Ворот ковша-то понятно, что он мощнее, но, блядь, порвет гораздо больше. Потихоньку ее так вот херачить. Может быть, и
удастся. Уже под дорогу вошел полностью. И от ковша даже не может взять. Для ковша вот так вот быстрофилм и ломается, да? На выбор от ковша, когда делаешь. Вот, полностью под дорогу ком прошел. Хотя вода должна быть, но нет, ни хера. Да, водой, а она не дорогу загнал. Потихоньку что-то там скребет. Это, конечно, это не работа, да. Херня полная. Посмотрим. Главное, чтобы никакой камень большой не попал, потому что камень это вообще будет жопа. Ничего не сделать. Трубка идет и все. Стружка, стружка, стружка. Короче, а у нас какой-то. А у нас какой-то. Вот ночь дает такую херню. Макита. Макита и GCB. Могут что-нибудь сделать вместе, нет? Это не особо они могут GCB и Макита сделать. Ну давай я попробую. Thank you.
врезался в внедорожник, резко выезжавший задним входом с парковки. Удар получился достаточно сильный, но скляр не пострадал после осмотра. Попал в аварию. Сам он рассказал, что ребра у него целые, глаза видят, а язык шевелится. На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД и выясняют обстоятельства. Другим темам, МКС скоро сблизится с фрагментом ракеты компании SpaceX. Речь идет об обломке ракеты-носителя Falcon 9, которая была запущена в 2019 году. В конце выпуска курса валют на завтра доллар резко подорожал 74,83. Евро тоже прибавил 84,17. Надо было брать тогда, блядь, баксы нахуй. Я с вами Таня Годунова и лучшая музыкальная фантазия. Хотел бушку взять. Там ковша делает. Блять, как бы клыки не поломать или копки порвать. Грузка-то, конечно, ебанистическая. Опасная тема, ребята. Сейчас, конечно, все явно будет уводить в сторону, но другого варианта нет. Thank you.
вот что там. Сейчас по чайной ложке. Идет в сторону это все дело. Пусть поймет, куда она пойдет. Рессору оторвало с одного из клыков. Не новый, который я приварил, а который старый. Да, движется все очень медленно. Пиздец, как медленно двигается все это дело. Ну, еще метра 2.5-3, наверное. Я так 3 года назад так же копал. Горелка, грели, а иначе вообще никак. Без горелки вообще это нереально. Да, вода, конечно, такую силу имеет. Просто пипец. Сломала пополам нахер. Один. Так вроде не погнула эта плоскость ковша. Ну, пластину это. Я за пластину боялся. На которой не прикручен. Чтобы ее не выгнуло. Вроде так, блядь, не видно, что ее выгнуло, но... Не знаю, может немножко, конечно, и есть какой-то прогиб, хер его знает. Вроде нормально, хуй его знает. Хуета это все, не копание, это дрочево, блядь, нахуй не нужное, блядь. Поебень это все. Он остался метр здесь, какой-то. Камень попался, зараза, большой. Сломал я этот камень, не выкопал, а отломал кусок камня. Пробуем зайти с обратной стороны.
вообще не хочет брать. Я, конечно, так получилось, остатки туда сказали отвезти, все заровнял, сказали по кабелю не ездить, ну песок еще вон проваливается, главное дорога целая, а здесь обочина как бы, тут столб надо руками подсыпать, нормально, в принципе нормально, я так думаю. Доехал на металлолом. Метчики, лерки, ключи.
Пиздец, нахуя. Целая ванна, блядь. Чё за метчик? Новый вообще, нахуй. Пиздец какой-то, гляди какой. Шесть М пять. Чё это? Хуй знает, чё за метчик. Чё тут только, блядь, нету, а? Сколько развертка-то, нахуй. Из опознавательных знаков. Ебануться. Блять, ключей набрать, что ли? Сейчас ключей возьму. Ключи какие-то тут новые вот лежат. 3027 новый. Фреза. М48 1.5. Да.